Дорогие друзья, добрый день. Меня зовут Виталий Новиков. Я преподаю продажи, переговоры и коммуникацию. И сегодня я хочу пригласить вас на наш класс по эффективным переговорам. Многие участвуют в переговорах. Переговоры на работе, переговоры дома, переговоры где-то в обществе. И не в каждых далеко переговорах мы достигаем результата, потому что в переговорах есть более опытные и менее опытные. Есть те, кто этим принципиально занимаются, и кто, по большому счету, любители и новички, а результат нужен нам всем. Иногда от этих переговоров зависит многое. Может быть, вы устроите ребенка в нужную школу, а может быть, получите работу мечты, а может быть, заключите сделку, которая повлияет на эффективность вашего бизнеса или на ваше продвижение по службе. И если вы не обладаете хотя бы самыми базовыми знаниями по переговорам, то вам будет сложно добиться успеха. И я занимаюсь преподаванием переговоров уже 10 лет, постоянно развиваю эти навыки и с удовольствием делюсь ими с вами. И мы записали этот мастер-класс для того, чтобы вы узнали основные принципы проведения переговоров, инструменты и приемы, без которых переговоры не могут быть эффективны. Посмотрели на подходы, на настрой, на образ, чтобы вы могли добавить в свою работу факторы, которые усиливают вас в переговорах. Они несложны, некоторые приемы очень просты, некоторые касаются подготовки, часть приемов касается проведения переговоров, начала, середины, заключения работы в конфликте и, наконец, анализу того, как вы провели переговоры, для того, чтобы вам самим усиливать свои навыки, чтобы смотреть назад, смотреть, как вы провели переговоры и становиться лучше. И все это есть в моем мастер-классе. Если вы чувствуете, что вам нужно усилиться в переговорах, то, пожалуйста, добро пожаловать, приходите на этот мастер-класс и наслаждайтесь результатом.